Доброе утро, друзья! Ну что, мы сегодня на Ингуле. Город Николаев, ракетная роща. Напротив нас 61 коммунарозавод. Когда-то выпускал военные корабли. Сейчас я не знаю, что он выпускает. Наверное, ничего. Ну что, это ностальгия. Это речка моего детства. И мы здесь с товарищем решили сегодня попробовать половить на поплавочную удочку. Вспомнить былые добрые времена. Это поплавок лежит. Какого лешего. Зато я уже два крючка потерял. Ну, у тебя была большая рыба. Слушай, и где здесь ножницы, ты говоришь? Или что здесь? Только ножик есть, да, Леш? Тут, походу, надо еще иметь хорошие ногти. Да. Я обычно крашу. Шикардос. Видно, камыш. За камыш я цепляю. И рву эти крючки. Хорошо, поводок тонкий. Да. Так, ну где же рыба? Риторический вопрос, да? Вопрос в это, во вселенную? Ну, типа да. Слушай, может уйти на твою сторону, а? Ну, правильно. Смотри, если забрать мелкую рыбу у меня. Мелкую? Не, мелкую я тебе оставлю. Я хочу покрупнее, как бы. О, а тут, ну, меньше, чем там, с той стороны. Ну, да. Та, которая нам здесь достанется. Крайнюю. И, наверное, будем менять место. Я такое за границей видел. Постройки там 800-го года. Нет, это наши современные постройки. Это наши дизайны. Смотри, на самом деле башни. Да, домик на курьих ножках с башнями. Да. Валенных денег просто обалдеть. Ну, разросся. Мог бы сделать уже склон цивильный какой-то. Не, ну эти сволочи, слушай, заколебали. Смотри, бутылка посреди речки плавает. Пофиг. Это ж никому не надо. Ни рыбоинспекции, никому. Ай, мы ждем ради рыбы, чтобы была. Ты знаешь, пусть лучше не клюет ничего, чем вот этот мелкий бычок, который нас там задолбал. Ну да, что-то. А там ракушка, ты видишь? Это дрейсена. И чепы. И там этот бычок и крутится. Возле бычка крутится судачок. Если он еще остался на Инголе. Ну, уже тепленько становится. Знаешь, самое классное ощущение, когда смотришь на поплавок. Да, на него сейчас стрекоза садится. Стрекоза — это как круто. Стрекозел. Ну, когда клюет, еще лучше.
Так, бешеная поклевка. Леша. А подсак мы даже не расстеклили. Ну ничего себе. Ну ничего себе. Какая рыба. До Одессы не довезу. Нет, до Одессы не довезешь. Не, я брал, но я тогда готовился заранее, брал сухой кислород. Ведро герметичное. Да, интересно. И в аквариум там бросал. Не плавали. Они прикольно в воде в аквариуме смотрятся. Ну, красноперка была, блин. Ну, красноперка, она красивая. Да, а вообще, ну, белая-белая, красноплавная песня, красиво смотрится. И этот, и тарань хорошая тоже смотрится. Маленький нюанс, когда раньше дома сейчас на свет переключали, она это очень любит. Ну вот это вот, наверное, она тоже слишком утлая. Вот эта верховодка. Не знаю, как ты в аквариуме держишь? О, заработала камера. Камера отказалась, даже работает, представляешь? Странно, я думаю, что пунктует. Не-не-не, серьезно перестал работать. Не, она что-то шкурьет. Не, ну хотелось бы карася. Напоследок карася и все. И собираемся, едем домой. Ну, давай. У меня уже и крючка нету. Ты хочешь сказать, что он крючком закусил? Это так, надо опять, наверное, сказать до свидания, и будет клевать карась. Как только сказал, говорю, все, будьте здоровы, клева сегодня не было, раз поймали карасика. Угу. Ну, Леш, давай. Я ж клюю. Ну ты скажи своей удочке, чтобы кто-то клевало, чтобы карась клевал. Внизу где? Под водой. Маленький ты, да. Не болят? Болят. И уже, слышишь, надоело этот телефон держать. Глаз уже сел. Что-то он быстро садится. Ну, то, что лет, наверное, уже. Лет, да, лет уже много. Ну, прячься, видите, не хочется. Дозируйся. Ну, что тебе сказать, но все равно хорошо посидели. Отлично. У нас все равно было 2 часа где-то. За 2 часа, конечно, поймать на новом водоеме. И в окружении вот этих вот бутылок с сетями. Это было практически невозможно. Так что все замечательно. Все позитивненько. О, смотри, она еще и клюет. Да, что-то есть.
Ля-л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 я-
расписывается плавком по воде. Это как напоследок, да? Да, бодрячок. Да. Сейчас как карася поймаем, да не, мы еще посидим часик. Нет, нам надо ехать. Дела прежде всего. Если хочется рыбы, то можно пойти купить. Да. Это точно. Так что будьте здоровы, друзья. Thank you.